Всем привет, с вами Прия. Ну что, пришло время наконец-то расчехлить моего охотника на демонов. Нет, не тот, который в Варкрафте. Тот, который в Диабло. Да, пришло время поиграть в Диабло спустя 2,5 года. Последний сезон, в котором я играл, это был 5-й в январе 16-го года. Это было давно. Это было очень классно, это было в компании приятных людей. Теперь будет еще лучше. Да. Не зря же у меня куплена коллекционная Диабло с белыми крыльями. Все-таки выглядят они красиво на самом деле. Осталось только зайти на сайт и глянуть, какое время будет сезон. А именно его старт. 14-й сезон назван сезоном алчности. Сезон алчности дает бонус в виде гоблинов. А именно то, что их будет вдвое больше. Сейчас посмотрим, когда начнется сезончик. Сезончик начнется в 18 часов по московскому времени. То есть все так же, как и всегда. Я помню, что даже 2,5 года назад сезоны запускались по пятницам. И они запускались в 18 по Москве. 22 часа по моему времени. В планах посидеть часиков 10-14 изначально. Уйти на перерыв. Ну, так, часиков, не знаю, на 5-7. Ну, а потом продолжить. Всю целую неделю ближайшую. Всю ближайшую целую неделю. Вернее, так будет сказано. А будет Диабло. Я вдоволь нафармлюсь. Я отдохну от Варкрафта. И наслажусь этой чудной для меня игрой. Ведь Диабло — это жизнь. Все мы играли в Диабло еще давно-давно в компьютерных каких-либо клубах. А теперь можно заняться этим, не выходя из дома, с друзьями, сыграв в третью часть Диабло. Бесплатная игра, купила, играешь, почему бы и нет. Ну так что, пятница? Какое-то число? 15-е. 15-е число, пятница, 18 по Москве. Жду вас на стриме. Ну, в планах было, конечно, и 24 часа посидеть, но впереди Battle for Azeroth. Да и к тому же Diablo не основная игра, лишь второстепенная, которую я люблю не менее, чем Warcraft. Жду всех. Счастья, здоровья. Не болейте. Берегите ноги. До скорого.